А заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова приняла участие в заседании Совета при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе, посвященном реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот. Бучкова отметила, что на Ямале ведется большая работа. Так, например, предлагается стимулировать семьи, где приемные дети получают достойное воспитание. С 2014 года правительство Ямала предлагает еще ряд дополнительных мер для поддержки ямальских усыновителей, чтобы поддержать их на первоначальном, самом сложном этапе адаптации ребенка-сироты в семье, чтобы исключить жестокое обращение с ребенком или отказ от него. Мы предложили, на мой взгляд, самый эффективный и отличающийся от других субъектов способ поддержки приемных семей. Регионы в основном идут путем увеличения выплат, а Ямал хочет предложить всестороннюю системную помощь семьям в организации жизни, сказала заместитель губернатора Янао Татьяна Бучкова.